давайте вам видеть все, кто узнает, и кто не знает уже. Почему назвал таким образом выступление? Потому что на самом деле мы столкнулись в этом году достаточно интересным вызовом. С одной стороны, сильно подарили. Природа подарила и технологии, урожай не было в объеме получен. С другой стороны, проблемы с ценами. С третьей стороны, проблема с войной Вьетнама. Все как-то, как снежный ком, навалилось, притом навалилось по всей стране. Это чувствуем, потому что мы разводим технику и имеем контакт ежедневно с нашей публикой. Чем занимаемся? Это оптимизация уборки, оптимизация сева и организация сохранения. Если не поможете, я переставлю. Вот. С рекордом Росимаш наверняка уже многие знакомы. Хозяйство Дубовицкое, Шелковые Рахи. Они добились действительно хорошего результата. За 800-400 тонн намолотили. Каким образом намолотили? Здесь немножко умалчивает история. Поэтому я решил немножко приподнять завесу, потому что понятно было, каким образом Росимаш добился такого колоссального результата. Благодаря тому, что в Дубовицком 17-16 году, точнее не скажу, уборка организована с помощью трехзонной технологии. Если мы убираем эту технологию, если мы убираем бункер с цепочки между трамваями и автотранспортом, то двор опускает свой производитель где-то до 250-270 тонн от тех урожаев, которые мы получили. И это связано с тем, что все очень просто. Есть потери, потери на остановке, на выпуске. Если эти потери составляют в среднем 25-30%, и их никуда не убрать, то убери эти потери, получится совершенно другой результат. Арсанович, подтверждаете? Нет, нормально. Там 400 получили результат. Это правильно. Не рекордных показателей в плане фиксации книги рекордов, но рекордных по части значимости мы зафиксировали Алпозе Шаумяне. Тут под боком недалеко. Я думаю, туда можно сходить и узнать непосредственно у Хачатурного Дворовича. 1100 тонн тремя комбайнами Торо с двумя бункерами нашими. 9-метровыми жертвами, они фиксировали средний результат. И 1300-1400 тонн, 4 комбайнами туру, 2 бункерами, фиксировали результат другой бригаде. При этом автотранспорт в первом случае всего 2 КАМАЗа обеспечивали вывоз, в другом случае 3 КАМАЗа обеспечивали вывоз. Это уже рекорд такой, обычный, нормально настроенного процесса. С прошлого года они применяют технологию производственной изменения. Почему это все работает? Да, потому что мы просто выбираем простой и организуем работу без остановки комбайна на выпуске. Второй момент. Обеспечиваем снижение затрат времени автомашин на ожидание. Потому что в среднем машина теряет на более 30 минут, иногда час, пока его поэтапно загружают на стоянку. И благодаря тому, что в цепочке появляется пронзительная зона, буферная зона, убирается необходимость стыковки двух нестыкуемых звеньев. И результат, который Росимаш зафиксировал, это их результат. Результат, который зафиксировал Хачатур Мелкович, это уже наш совместный с ним результат. 370 тонн в течение дня на молот Тору. 550 тонн в течение дня вывоз одного навоза. Это результат, который зафиксировали в прошлом году на уборке подсолнечника. Закси, у нас много таких фактов есть, которые показывают, как изменяется логистика и как изменяется потеря времени, и как изменяется производительность. Это второй русский град на уборке подсолнечника. Ничего не меняется. Меняются только поля, меняются люди, а технология остается одна и та же. Хранили урожай. В этом году наиболее сильно выражается эта проблема, потому что склады забиты. Я не знаю, как у вас
но склады задыхали. И ожидается урожай еще осенний, еще непонятно, как его разместить. Потому что у нас в этом году урожай и по зерновым, и колоссальный, и по подсолнечным, и по всем насечным, и по кукурузе. Поэтому еще есть фактор Украины. Это порядка 8 миллионов тонн, насколько мне сообщили наши эксперты. Порядка 8 миллионов тонн ожидается, что зерна через Россию будет проходить. Это означает, что их тоже надо проходить. И вот хранение зерна сейчас как лучше закрыть эту проблему, но проблема в том, что как пожару всегда надо огнетушитель заранее приготовить, то же самое сейчас. Руководство, даже если мы очень сильно хотим организовать поставку техники, вопрос у кого остается, к сожалению, открыто. Что о технологии, почему она интересна? Если мы вот этот кризис оставим в покое, просто посмотрим, как системы могли бы решать вопрос по ним. Значит, хранение зерна. Это технология, которая позволяет разворачивать такой объем складов, который необходим. Если урожай много, то тогда можно развернуть побольше, много, значит, побольше. Технология позволяет хранить влажное зерно, позволяет отслеживать послеурочное дозревание зерна, объема, и позволяет получать дополнительную маржу за счет вот этого послеурочного дозревания. Если посмотреть, как все это работает, я увлечу все это поле, посмотрите, как все это работает. На любом поле можно организовать склад хранения зерна. На одном гектаре до 5000 тонн зерна можно хранить, от 3 до 5, в зависимости от культуры, в зависимости от необходимости уклада, так или иначе. И вот на сегодняшний день это вот такое очень классное решение, если у всех попало программа хранения. К сожалению, год выдался не такой по части предварительного подготовки у нас. Рукава технология также позволяет раньше начинать уборки. Мне кажется, это уже говорю. И эта технология здесь уже применяется в Ростовской области в рубрике компании «Светло». Насколько знаю, и «Светло» здесь есть представитель, да, замдиректора? Нет. Да. Значит, «Светло» уже несколько лет, как начинают за несколько дней до наступления обычной традиционной уборки. За несколько дней начинают уборку. И благодаря тому, что хранят зерно в пластиковых рукавах, они получают преимущество на несколько дней раньше заканчивается уборка. Плюс они получают другое там преимущество. Это вот эту влагу использовать для увлажнения пересушенного зерна. Вот мы можем посмотреть, каким образом это происходит. Влажное зерно и пересушенное зерно миксуются с помощью нашего же двухсекционного бункер-перегрузчика. И это дает возможность влагу превращать в влагу. Потому что влага продается по цене зерна. И не только по влаге можно миксовать, в том числе по качеству. Одновременно и влага, и качество. В этом году очень серьезный разрыв идет по цене между тройкой, четверкой и кулажом. Если в этот момент можно было использовать, можно было получать просто подъем цены за счет правильного управления качества. Пассивная, она на носу, и за счет правильной организации загрузки пассивных комплексов тоже можно получать ускорение процесса сева. Потому что в среднем на севе теряют 20, 30, 40 минут на загрузке пассивных комплексов. Это потерянное время. И если меняем технологически, загружаем пассивные комплексы с помощью бумер-перегрузчика, того же, который во время сева не участвует в уборке, мы получаем всего несколько минут вместо 30 или 40 или часа. Это в среднем поднимает производительность пассивного процесса на 30-40%. А если мы смотрим с точки зрения организации круглосуточного сева, вот у нас получается совсем другая картина. И посмотрите на верхнюю строку. Это красная столбца – это время потери на загрузку, зеленая – когда происходит сев. А в нижней строке совершенно другая картина. Когда обеспечивается загрузка через бумер-перегрузчик, то можно спокойно организовать ночной сев. Потому что ночью не надо держать ток, не надо столько людей держать. И посевной процесс происходит с помощью всего, нам всего одного-двух механизаторов, которые участвуют на севе, и механизатора, который может даже не ставить механизатор, просто охранник, чтобы не убрать ничего, который обеспечивает подачу с посевного бумер-перегрузчика посевной комплекс. У нас клиент получает 2-3 раза повышение суточной производительности, когда переходит на трехзвездный сев вместо обычных двухзвездных сев.
Можно посмотреть, каким образом пойдет трансформация техники и людей, если поменять технологию логистики, организации уборки сева. Вы посмотрите на левый столбец, да? Это тот же результат получится, если получим через 3 дней бунтер-берегущие. Мы сокращаем на 3 раза. 3 раза сокращаем количество посевных комплексов при трехзонном севе. Я понимаю. Вы меня душите уже. Мы сокращаем количество комбайна на треть, и мы сокращаем также количество автомашин. Ну и последнее, которое хотел бы сказать, это загрузка удобрения и получение тугосмеси с помощью двухсекционного бункера. Вот на тугосмеси хотелось бы особо обратить внимание. Удобрение подорожает. Сложное удобрение, конечно, интересно, потому что раз быстрее нужно носить разные компоненты. А вот как подобрать, чтобы данному агрофону тот или иной тип удобрения подходил, это уже сложная задача. Так вот, если использовать, как вот здесь показано, двухсекционный бункер-перегрузчик, можно получать результат совершенно другой. Вы можете посмотреть анимационно, как все это двигается. Можно подобрать необходимые пропорции и получать на выходе только смесь. И это приводит к тому, что себестоимость вложения в удобрение, она падает. Она падает за счет того, что лишнее не вносится, которое не имеет никакого значения. И создается именно тот объем, который, та концентрация, та композиция, которая необходима для одного или иного блока. И это решает агроном сам. Собственно, все. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы к Молдандяну?